Средства массовой информации во всем мире называют четвертой ветвью власти, главная задача которой – постоянно держать руку на пульсе политической, экономической, общественной жизни. Именно эту особенность на встрече с главными редакторами районных СМИ отметил глава региона. Именно журналисты подчас находятся на переднем крае борьбы с коррупцией, экстремизмом, терроризмом. Ради правдивой информации репортеры в горячих точках рискуют жизнями. Оценка весомого вклада в стабильность региона и благодарностью за проделанный труд стали врученные грамоты правительства Нижегородской области. Очень приятно получать в этот день, Владимир Владимирович, из рук губернатора оценку нашего труда. Спасибо вам большое. Счастья вам, успехов и вместе с нами сотрудничать. Только вместе с вами. Наш район на встрече представлял телеканал «Связи с ТВ». В своих вопросах Валерию Шансову главный редактор в основном касались проблем своего района. Основные темы – социальные, качество здравоохранения, строительство дорог, участие в областных программах и один из главных проектов последних лет – строительство физкультурно-оздоровительных центров. Допустим, мы 29 января вводим физкультурно-оздоровительный комплекс. Ну, он уже работает, просто торжественное открытие будет 29 января к 100. КСТО – это такая же площадка, как и в ИКСО. Есть градообразующие предприятия, нефтеперерабатывающий завод. Мы договорились с руководством этого предприятия, с руководством фирмы «Лукойл», что строим ФОК пополам. 200 миллионов дает фирма, а 200 миллионов дает область. Мы его построили. Я предлагал ИКСОмскому металлургическому заводу и компании «ОМК «Сталь»» провести то же самое. Пока ответа не получил. Способы взаимодействия населения и государственной власти, желание жителей участвовать в местном самоуправлении, благополучие семей и профессиональная самореализация, по словам Валерия Шансова, должны быть на первой полосе любого издания. Главное, на что направлены усилия всех ветвей власти, в том числе и СМИ, это благополучие граждан.